восковые полотенца пошли, идем. Девушки с татарскими национальными полотенцами словно плывут. Движения выверенные. За каждым шагом строго следят хореографы. Даже на репетиции все должно быть идеально. Нижнякам сготовятся покорить Новосибирск. Концепция сюжетного хода – это родной край, это человеческие взаимоотношения, это национальные традиции, это сам праздник Сабантуй. И в конце мы завершаем большим праздником «Свадьба». Зрители федерального Сабантуя увидят колорит татарского народа. Но чтобы задумка удалась, нужно много тренироваться. В течение 2 недель каждый вечер проходят репетиции. Долго за то, что занимаемся, уже вся обувь протерлась. Ну, как бы это рабочие моменты, они все пройдут. Нравится вообще? Очень нравится. Каждый год участвуем и нынче в Новый город посетим Новосибирск. Они далеко живут от Татарстана, они не знают такой праздник. Они увидят, они удивятся, видя наши традиции, нашу культуру. Мы вкладываем всю свою душу в этот Новый год, свои эмоции, свою актерскую игру. Танцоры 5 коллективов Нижнекамска, больше 200 человек, выкладываются по максимуму. У них ответственная миссия – с помощью танца познакомить зрителя с национальным бытом, традициями, раскрыть богатство татарской души. 20 минут пролога должны поразить. Даже сейчас на стадии прогонов, без костюмов и нужной атмосферы прохожие замирают. Очень интересно. Если честно, ни разу не видела. Первый раз смотрю. Здорово. Да. Очень много народу задействовано. Во время съемок репетиции мы увидели мэра города, который прогуливался по скверу Лимаева с советником президента Натальей Фишман. Они остановились, чтобы посмотреть театральную постановку. Улыбка на лице говорит о многом. Ну а сам федеральный Сабантуй пройдет в Новосибирске 9 июня. Алсу Арсланова, Фахри Исламов, новости НТР.